тем, что эта камера очень мешает работе суда, мы выносим определение прекращения. С 2010 года ведется незаконное уголовное преследование в отношении меня. Ну, вот эта наша судебная система, такая неподкупная, в кавычках, она привела к тому, что мы фактически попали в процедуру банкротства. Я обращался и в Генеральную прокуратуру, значит, и в местные органы власти, и в Верховный суд Российской Федерации. Бесполезно. После этого были возбуждения уголовных дел, попытка через там глав администрации получить... Все эти структуры согласны с формулировкой следователя Хайбрахманова, что решения судов являются формализованными и имеют случайный характер. Каждый рейдерский захват или каждая рейдерская атака поддержана властью. Без людей в погонах, без судей. Никакие рейдерские атаки в России невозможны. А вы понимаете, с какого уровня власти идет это крышевание, этой рейдерской атаки? Я думаю, что это на любом уровне. Вас тоже закон касается, в общем-то. Хоть вы и в судейских мантиях. Дальше, значит, кратко, буквально. Здесь четко написано, значит, им подписан прокурор. Так, концерн касается восьмого дома, так называемого, да? При этом следует отметить, что строительство данного многоквартирного дома на сегодняшний день завершено, дом подключен ко всем инженерным сетям, частично заселило. Однако, значит, гособвинение все это время толдычило о том, что мы должны какой-то дом сдать вообще-то. Кооператив не сдает, это совместное строительство, это уже глупость. И более того, в дополнение вот этого письма прокурора республики Башкортостан, да, мы знаем, что у нас есть, у вас в материалах это есть, ваши сети, вы озвучивали, это значит решение суда Салаватского городского суда, а также апелляционной инстанции по гражданским делам, что ответственности кооператива по сдаче дома в эксплуатацию нет. Эта ответственность лежит на застройщике, мусоростройзаказчике и на администрации города Салават. Уважаемый прокурор, вам это известно? Вы знакомы с материалом уголовного дела? Я думаю, что как юрист вы обязаны были это сделать. Вы либо, значит, вы игнорируете, значит, закон, да, не ознакомливаетесь с материалом уголовного дела, не изучаете эти материалы. И до сих пор поддерживаете свою эту позицию незаконную. Вот. Либо это говорит о вашем умысле, вот и как раз это и есть иной умысел. Вы рассмотрели ходатайство об обходе, поддерживаете его? Я поддерживаю, обосновываю свою позицию. Почему я поддерживаю вашу позицию? Нет, я еще не договорил. Опять прошу обратить внимание. Не дает мне постоянно судья Тазарьянова, прерывает меня, не дает мне говорить по существу. Когда вновь я хотел приостановить, в связи с тем, что эта камера очень мешает работе суда, мы выносим определение о прекращении. А с чего? Пожалуйста, аудио отсведите, а видео, пожалуйста, прекратите. А с чего? А мне не странно, основания какие? Обоснуйте свое. Потому что мешает. Вы сейчас рассматриваете ходатайство Гуркина, ваши как вы могли уже вынести? Базируйте, пожалуйста, девушка. Понятия нет. Определение как-то. Продолжайте. Нет оснований. Почему это вы не записываете? Записываете. Не знаю, но... Вы же не можете не... Где определение? Это определение дайте, мы берем. Вам определение надо? Ну, конечно. Вы требуете письменное, а на проведенном дне съемки у вас есть письменное? Конечно, есть у вас. Протокол есть у нас, ваша честь, за вашу подпись. Так что не будем привлекаться? Я не привлекаюсь. Нет, вы письменное... Вы мне вообще-то слово дали, ваша честь. Не, ну почему она не дает письма? Это же беспредел. Прекращайте, пожалуйста. Прекращайте, пожалуйста. Не, ну то, что мы записали, этого достаточно, чтобы вас, да, ну, под суд отдать. Достаточно. Я прошу всех присутствующих, да, я буду писать заявление в отношении судьи Тазарьянова, да, ее незаконных действий. Прошу все быть свидетелями, да, мы подтвердить эти мои, знаю, мои доводы, значит, в моем заявлении. Не пишем, все. А я вас не понимаю, ваша честь, потому что вы мне даете слово, потом меня перерываете. Вам если вы привлекаетесь. Продолжайте, Мухмина, по поводу заявления ходатайства. Разъясните, пожалуйста, мне мои права. Не обязательно. Я привлекаюсь. Что вы считаете привлекаете? Вы не выполняете указание, которое вам высказано. Продолжайте. Какое указание? Я хочу уточнить для себя. Вы объясните, какое указание? Чтобы мне что-то выполнить, я должен знать, что я должен выполнить. В конце концов. Ваш все? Перетерпи. Все? Скажи.
Мы сейчас рассмотрим ходатайство, заявленное адвокатом Боркиным, об отводе судьбу и пособенье. Вы поддерживаете, и свое мнение вы высказали. Не высказали. Пожалуйста, пока конкретно обращайтесь к нам. К вам обращайтесь. У меня манера такая, вот так говорить. Прошу. Что я незаконно делаю? Расскажите мне. Мне нельзя вот так воротиться, да? Ну скажите, если нельзя, так скажите. Я не буду. Я буду повернут лицом к вам. Продолжайте, вам еще раз я замечаю второй протокол. Ваша честь, вы опять повышаете голос, ваша честь. Вы кричите на меня. Это дополнительное основание для вашего отвода, ваша честь. Вас лично еще. Я вам объяснила, что пререкаться не надо. Вы не разъяснили, каким образом пререкаться. Как я пререкаюсь? Вы объясните мне? Как я пререкаюсь? Вы не выполняете. Что именно? Указание. Разъясните мне. Всегда еще. Именно что я не выполнил? Вы можете разъяснить, продолжайте что я... Продолжайте выступать по поводу своего ходатайства, ваше мнение. Ваша честь, я прошу вас, я вас прошу, уважаемый судья Казельянов, разъясните мне, пожалуйста. Я очень вежливо, корректно к вам обращаюсь, ваша честь. Аудиозапись, по крайней мере, ведется в любом случае. Вот. Разъясните мне, каким образом я привлекаюсь, как я не выполняю ваши требования. Разъясните мне, в чем конкретно выразился. Разъясните, я хочу знать. Я имею право знать? Ваша честь. Все у вас? Да. Я еще раз говорю, вы можете высказаться по заявленному ходатайству. Если вам говорить не о чем, вы можете присесть. Не есть что сказать. Мы слушаем вас по заявленному ходатайству. Хорошо. Значит, по заявленному ходатайству, значит, судья Казельянов меня сейчас прервал, значит, непонятно, неоднократно, значит, кричала на меня, прошу засвидетельствовать, этот протокол внести. Потому что это будет дополнительное основание, значит, для отвода судьи именно Казельяновой. Председатель состава, значит, да, она ведет себя некорректно, позволяет себе, значит, повышать тон, кричать на меня, значит, пользуясь своим служебным положением, понимая, что я сейчас завишу от нее полностью, в ее руках, как говорится, моя судьба, да, находится на сегодняшний день. Вот, она себе позволяет такое поведение, нарушая закон о судебной этике. Вот. Это внести прошу в протокол. Если это не сделаете, мы сделаем дополнение к протоколу, замечание, вернее, на протокол, и вы все равно внесете это. Никуда вы не денетесь. Дальше. Значит, дополнение обоснования имеется, кроме вот этого ходатайства, которое я озвучил, да, которое мной было внесено, значит, на рассмотрение судебной коллегии. Оно не рассмотрено. Кроме этого имеется ряд еще ходатайств, которые также вообще даже не оглашались. Мало того, не рассматривались, они даже не оглашались. И при этом судебная коллегия позволяет себе переходить в какую-то другую стадию. Сегодня еще даже ходатайство я сделал, ваша честь. И это ходатайство не рассмотрено, ваша честь. Вы даже не спросили, есть ли еще какие-то ходатайства и так далее. Это дополнение, что вы уклоняетесь от исполнения своих должностных обязанностей. А это не что иное, я рассматриваю как превышение должностных полномочий. Нет у вас таких полномочий, не рассматривать эти документы. Нет у вас полномочий таких, вы обязаны это рассматривать, это не право, а обязанность. Дополнение, хочу сказать, еще, значит, обоснование, да, то, что кроме вот этих ходатайств не рассмотрено, мы знаем прекрасно, что происходило у нас 19 значит, сентября 2017 года, да, суд сам, значит, нам установил защитникам, значит, моему защитнику, защитнику, значит, Фазыреву Салаватовну, да, значит, проводить какую-то непонятную процедуру, которая регламентирована непонятно каким законом, я не понимаю, каким законом суд не разъясняет нам это, на чем оно было основано, это решение принято, дать возможность вскрывать коробки с вещественными доказательствами под акт, то есть присутствовал как минимум хотя бы, значит, у нас секретарь судебного состава, затем все это велось под видеозапись, у нас есть видеоматериалы, потом и что? Три коробки были вскрыты, заактированы, значит, акт был составлен, подписи, значит, имеются там, значит, адвокатов, значит, осужденных, даже там подписи потерпевшего 19 числа было Нарбекова, значит, да, он участвовал, да, еще 19 числа. С этими актами что делать-то, ваша честь? Скрыто. Эти акты исследуют, кто будет в конце концов? Почему опять уклоняться от своих обязанностей прямых? Почему их не огласили всем участникам процесса? Потому что, по крайней мере, те же потерпевшие, они не участвовали в этом. Каким образом они должны, значит, что-либо рассуждать и так далее об этом уголовном деле? Каким образом? Прокурор не участвовал, между прочим, в том мероприятии. Я думаю, он осознанно это делал, не участвовал.
Кроме там Ленина, естественно, конечно, ему зачем это нужно? Он же уже давно все решил для себя. Вот. И кроме этого, опять же, это подчеркивает его умысли в незаконных действиях. Вот. И он опять никакого даже протеста не заявил. Ни 19 числа о вашем решении, о вскрытии каких-то материалов, непонятно, каким образом, значит, непонятно, в какой статье регламентирован уголовный процессуальный кодекс. Он даже протест не заявил в этой ситуации. Что он защищает? Кого он защищает? Вы закон должны защищать, в первую очередь, уважаемый прокурор. Вот. А не корпоративные интересы здесь преследуют, вот, каких-то преступников при погонах. Вот. Дальше. Прошу делать замечание. Что? Замечание. О чем? Повторите, как я вам сказала, вот это одно замечание вам сделала. А вы повторите, вы мне разъясните. Это ваша запись, повторите, а вы... Разъясните? Ну скажите, вы обязаны разъяснить ваши. За что? За что? За что? Рассказывайте оскорбительные слова в адрес клана. В чем они выразились? Не будем говорить. Кого конкретно, ваша честь? Кого конкретно? Я оскорблю, кого конкретно? Все, на эту точку поставили и слушаем дальше вас. Опять не разъяснять, ваши. Опять вот сейчас не разъяснять, я вас прошу, разъясни, кого конкретно я оскорбил, вы замечание объявили. Я вас прошу, разъясни, почему вы мне объяснили, вы замечание объявили. Почему? Вы опять не разъясняете, вы опять уклоняетесь от исполнения своих обязанностей. Вы продолжаете, ваша честь, это делать. Более того, я в самом начале сегодняшнего судебного заседания заявил, что мои права Конституция должна, как будто я считаю, все-таки соблюдаться, хотя бы в этом здании. Где стол, ваша честь, для нормальной работы? Почему вы игнорируете мое требование? Вы злоупотребляете. Я не злоупотребляю. Дело в том, что этот вопрос вы уже нам заявляли про отвод, вы об этом говорили. Может, это основание. А повторно, да? Дополнительное основание для вот этого отвода. Не повторное. Не повторное. Это дополнительное основание. Что вы продолжаете свои незаконные действия, несмотря на то, что я как бы заявил вам отвод на этом основании. Вот. Вы этим самым показываете свои предвзятые отношения еще к тому же, ко мне лично. Я так полагаю, что и Кайгу Салаватовну фасыгивает, потому что ей тоже вы стол не предоставили. Вот, для нормальной работы. У прокурора есть, у стороны обвинения есть, у нас нет. Как? Я не понимаю. У нас что, по закону у нас неравенство сторон предусмотрено законом? Я еще ни одного закона такого не видел. В Конституции даже четко внесено у нас. Равенство всех перед законом. Все, точка на этом. Да? Никаких там оговорок и так далее. Разъяснений на эту тему нет. Вот. Этих доводов, я думаю, вполне себе достаточно, чтобы, значит, я думаю, ваша честь, вам надо давно самим принять это решение и принять этот отвод. Действительно, прекратить вот это на самом деле. Вот вы здесь занимаетесь беззаконием. Я же вам сказал, ваша честь, я до конца пойду в любом случае. Вы мне ничего не сделаете, понимаете? Вот прямо сейчас арестуйте меня, закройте меня в камеру, понимаете, ради бога. Все, что там произойдет в камере, это будет на вашей совести однозначно, на совести прокурора, значит, тех остальных, кто участвует в этом заказном деле. Вот, я вас уверяю. Ну, ничего, 47 лет прожил, почти 48, ничего страшного. Помру, как говорится, ничего страшного. Ну, я думаю, последствия будут очень серьезные, однозначно, в любом случае. Вот, поэтому, ваша честь, прошу прекратить это беззаконие, которое вы творите, прикрываясь, значит, Российской Федерации, именем Российской Федерации, и хотя бы сейчас одно законное решение вынесите. В связи с тем, что фотокамера очень мешает работе суда, мы вносим определение прекращения. В связи с тем, что фотокамера очень мешает работе суда, мы вносим определение прекращения. В связи с тем, что фотокамера очень мешает работе суда, каждый рейдерский захват или каждая рейдерская атака поддержана властью. Без людей в погонах, без судей, никакие рейдерские атаки в России невозможны. А вы понимаете, с какого уровня власти идет это крышевание, это рейдерская атака? Я думаю, что это на любом уровне.